Всем доброе время суток. С вами я, Михаил Шин. Кто я? Я врач-хирург, ортопед, травматолог и мануальный терапевт. И кроме того, я всю жизнь сознательно свою занимаюсь активно спортом. Занимаюсь я профессиональным спортом, а в частности занимаюсь искусственными войнами. То есть тем видом спорта, где достаточно высок травматизм. В том числе там велика травматизм. То есть травмы, которые человек получает не от кого-то, а получает их сам, ну, при собственных занятиях. Поэтому я считаю, что сознанием дела могу рассказать вам о том, о чем, собственно, собираюсь рассказать. Этим видеоподкастом я, в общем-то, как открываю целую серию видеоподкастов о лечении и профилактике травм и заболеваний опорно-двигательной системы человека. На кого направлены все вот эти видео, которые будут, да? Они прежде всего направлены на спортсмена, на профессиональных спортсменов, на любителей, а также на физкультурников. Но ровно в такой же степени эти видео полезны будут и тем, кто начал вести, кто давно ведет, или кто только принял совсем недавно решение вести со здоровьем в образ жизни. То есть, кто хочет чувствовать собственное тело очень хорошо и до старости сохранять его абсолютную легкость, подвижность, высокую зону жизненного комфорта чувствовать, вот, на них, собственно говоря, это все и направлено. Все не так, это сложно. Единственное, кому не подойдет данный видеокурс, то есть данные видео не подойдут, это тем, кто не хочет ничего делать, то есть абсолютно ленивым людям. Ну вот это не подойдет, потому что минимальные все-таки какие-то вещи, минимальное количество времени нужно будет посвящать тем методам, которые я буду показывать. То есть применять на практике данные методы обязательно придется. Само просто понимание темы, оно ни к чему не приведет. Нужно обязательно это все делать. Ну вот. Ждите меня в следующем видеоподкасте, где я расскажу вам об остеохондрозе, о том, что это не болезнь, это физиологический процесс, естественный, значит, совершенно нормальный, и о том, как сделать так, чтобы остеохондроз не стал проблемой. Никогда. Всего доброго, до встречи.